В Уральске после капитального ремонта вновь распахнуло свои двери. Отделение почтовой связи номер 4. Обслуживаются там в основном жители второго рабочего поселка. Хотя операторы могут отправить посылку или принять коммунальный платеж любого горожанина. Подробности в следующем сюжете. По большому счету, основная часть клиентов акционерного общества «Казпочта» – люди старшего поколения, получающие пенсии и пособия. Исходя из этого, руководство областного филиала «Казпочты» постаралось создать максимум удобств. Внедрена система электронной очереди, появились просторные помещения, где люди могут расположиться с комфортом, ожидая своей очереди. Увеличилось число операторов и появился банкомат. Предусмотрели для малоподвижных клиентов и мам с колясками, это пандус предусмотрели, также электронную очередь на отделении. На перспективу будет у нас терминал по приему платежей, также и автоматизированный терминал, называется это постамат, по приему посылок. Модернизированное отделение почтовой связи номер 4 способно обслуживать более 20 человек в день. Обслуживаются все уральцы, но обращаются в основном жители второго рабочего поселка. Предоставляет модернизированное отделение почтовой услуги и финансовые, такие как оплата коммунальных и налоговых платежей. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.